сентября – значимый праздник, а на празднике принято дарить подарки. Школе номер 24 имени Гагарина «Ависма» подготовила особый подарок – открытие «Ависма-класса». Я вас поздравляю с новым учебным годом. И предстоит нам его начинать действительно по-новому. Новый учебный год – новая возможность. 27 первопроходцев-десятиклассников с этого года начали углубленно изучать профильные предметы, чтобы в будущем стать востребованным специалистом инженерно-технического направления. Тонкости физики, математики, обществознания и информатики. Программа обучения будет насыщенной. Идея состоит в том, чтобы мы вели ребят не только в школе, но и продолжили наше общение и сотрудничество и на студенческой скамье. То есть, если ребята дальше решат поступать в техникум или в институт, университет, мы также будем их сопровождать в учебной деятельности, поддерживать и стипендиальной программой, и подготовкой в части практики, ну и, собственно говоря, встречами с нашими специалистами. 24-я школа была выбрана не случайно, все звезды сошлись. Ведь учреждение носит имя Гагарина, первого человека, покорившего космос. А «Висма-класс» для предприятия, которое производит космический металл, тоже первый опыт такого плотного в профессиональном плане сотрудничества со старшеклассниками города.